Всем привет, друзья! С вами Карабаш74, и у нас сегодня на обзоре билд новой игры Spin Terrace. Это, конечно же, шутка. Это Spin Terrace Level Up 2011 года. Кто не играл, скачайте, поиграйте. Достаточно занятная шляпа. Вот. Разрабатывается движок Havok, все то же самое, то есть и делал его, соответственно, дядь Паша. Вот. И я выкрутил все на максимум, то есть насколько это тут возможно, я все выкрутил. Меня интересует другое, ссылка будет, кстати, в описании под видео. Опубликовал это все Ренат Ибрагимов. У него давным-давно все это было, то есть сейчас мододелы будут выдергивать с этой игрушечки. Я бы мог другую карту выбрать, но я не буду другую карту выбирать, потому что мне нужен он. Это танк Т-90, по-моему, это танк. Кстати, текстура вообще обалденно сделана, классно. Вот. Все очень просто. Ренат опубликовал для того, чтобы наши мододелы уже занялись именно вот этим. Анимации гусениц. Игра пролагивает, почему-то не знаю. 2011 года игра. Включим свет. Здесь можно поднять пушку. То есть пушка регулируется вот этой вот херней. Слева это у нас все такие настройки танка. Смотрите, как все работает. Гусеничка как работает. Отлично вообще. То есть одна гусеница крутится вперед, вторая назад. Мы разворачиваемся на месте, и это немножко не радует. Следы он, естественно, не оставляет, потому что его еще не импортировали, экспортировали. В общем, не уировали. Можно поехать побыстрее. Он не ездит так медленно. Это просто надо вот эту вот херобору, надо ее до талого вперед выставить. И он полетел, мать его. Кстати, цветы точно такие же, как и у нас сейчас в игре. Деревья немножко другие, но есть те, которые у нас тоже есть. Здесь достаточно некрасиво выглядит. Здесь дерево ломается с корнем. То есть торчит корень. Это специально подготовленная для... Ну, то есть эта карта, я так понимаю, это просто с танком. Вот, можно на карту, кстати, вот именно вот так вот и посмотреть. По-другому на нее не посмотреть. Минус. Да, это вот небольшой полигончик такой. Эвакуировать танк... Нет, эвакуировать нам ничего не надо. Вот, пушка у него регулируется вот этой вот шаландой. Так, давайте-ка мы сбросим скорость. Ну, это не сильно влияет. И он еще стреляет вдобавок. Он еще стреляет, но я думаю, что физического урона он никакого не наносит. Вот. Звука, к сожалению, выстрела нету. Но это не проблема, привязать к нему звук выстрела. Это вообще никаких проблем нет. Ну, самое это интересное. Он работает. Он работает. Гусеничка работает в 2011 году. Вода, кстати, отвратительная тогда еще выглядела. А все остальное, в принципе, осталось все то же самое. Текстуры травы, текстуры земли, все то же самое. Единственное, что вот это дерево, спрайт, оно есть, присутствует. Ну, практически вся трава, все папоротники, все отсюда взято. То есть, я вам миллион раз уже говорил, что по большому счету ничего не происходит с игрой-то. Она стоит на одном месте. То есть, мы возвращаемся от одного к другому, вот и все. В общем, вот такой вот обзор небольшой танчика. Кому понравился, ставим пальцы вверх. Ренат выложил, то есть ссылочка на его группу, на Ибрагимова, будет. Он выложил с одной лишь целью, чтобы уже мододелы сделали уже гусеничку. Потому что, ну, грязь есть, а гусенички нет. И это печально. Вот. С вами был Карабаш74. Подписывайтесь на канал, ребят. Подписывайтесь на паблик ВК. Не забывайте ставить лайки. Всем удачи. Всем пока.